Разработчики Arm Wrestling очень продуктивно работали на этой неделе. Они выпустили уже несколько часть хэллоуинского обновления и плюс сегодня будет еще один полноценный апдейт. FunPay – это торговая площадка, на которой вы можете купить не только Robux или предметы в Roblox, но и в любой другой онлайн игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4.9 при 20 тысячах отзывов. Это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков, из-за высокой конкуренции между ними на FunPay очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов. Оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на FunPay дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Всем привет, с вами Димир, это канал Идзебро. Сегодня в этом ролике я познакомлю вас с третьей частью хэллоуинского обновления. Действительно очень крутое обновление, покажу вам очень крутые кодики, а также расскажу информацию по поводу сегодняшнего обновления. Но при продолжить, ребята, давненько розыгрыша не было на геймпасике, поэтому давайте так. Полторы тысячи лайков под этим роликом набирайте за сегодняшний день под этим видосиком, ребята. И сразу три геймпасика на випку я разыгрываю среди вас. Просто лайк, подписка обязательно обязательно подписка, колокольчик и плюс обязательно комментарий под этим видосиком с вашим логином от Roblox. Собственно, полторы тысячи лайков набирается, завтра будут итоги розыгрыша. Ну а пока что давайте быстренько рассмотрим лог третьей части обновления. У нас баланс поменяли и действительно баланс очень крутой. Я уже во вчерашнем ролике немножко про это рассказал. Разработчики призапустили ночью серваки и сделали очень крутой баланс, плюс выпустили парочку классных кодиков плюс, ребята, действительно, теперь мы получаем очень много конфеток, и, ребята, я выполнил вот этот квестик, я уже получил этот UGC предмет, я уже 5 миллионов 200 нафармил, потому что, ребята, это имба, и питомцы с умениями, которые появились, действительно очень крутые, вот прямо сейчас скринчик я приложу, каким, собственно, в мире я получил этого питомца. Хотя, наверное, по-другому. Когда мы в робокс зайдем в предметы, там уже это будет показано. Собственно, ребят, пишите в комментариях, кто уже тоже получил эти красные рога. Собственно, давайте я сначала этот предмет вам покажу, а потом продолжим. Итак, смотрите на мой инвентарь с этого аккаунта. И, кстати, три лимитки именно с этого режима. И здесь уже, кстати, пишется стоимость в робоксах. То есть эти предметы можно продать... А, собственно, кулак на голове, 139 робоксов, 399 робоксов стоят вот эти рога, а вот эти рога, полученные 1134 в мире, пока что стоимости не имеют, но, по-моему, через месяц у них тоже какая-то ценность будет. В прошлый раз рога были черного цвета, теперь красные, но ничего не меняется, блин, я опять с рогами. Ладно, ребята, погнали дальше. Посмотрели, все круто, получили предметы, лимитки, круто, классно, офигенно. Но, ребята, спасибо разработчикам, потому что они откликнулись и сделали дроп конфет покруче. 5 миллионов 800 тысяч у меня уже сейчас. Дальше, ребята, вводим кодики, но сразу скажу, ребята, что это за кодики. Первый, он дает нам сразу 25 а и яйца, это, по-моему, самые крутые яйца. Эти кодики будут работать до следующего обновления, поэтому советую сегодня эти кодики до апдейта вести. Ребята, ввожу кодик прямо сейчас вместе с вами. И мне дали сразу, сколько, 25 яиц, ребята. То есть, как минимум, 25 питомцев крутых мы с вами получим. И это классно. Для новичков это огромнейший буст. То есть, любой игрок, любой новичок заходит в игру и получает 25 очень крутых питомцев. Если он их перекрафтит, там петы действительно будут очень-очень классные. Разработчикам респект. Плюс еще один очень крутой кодик. Ребят, смотрите, я его вам показываю, но пока что водить не буду. Он даст плюс 50% от общего количества ваших конфет. То есть, если я вас сейчас веду, мне дадут еще плюс 50% от 5 миллионов 800 тысяч. То есть, примерно 3 миллиона мне дадут. Поэтому этот кодик я буду вводить, наверное, перед апдейтом, когда уже будет максимальное количество конфет. Ну и плюс, ребята, самое интересное и самое главное, за счет чего я поднял такое большое количество конфет, это фарм босса. Теперь из босса падает намного больше конфет есть вероятность того, что а, плюс 100% вы сможете получить. То есть один из трех, что плюс 100% к общему количеству конфет. И это действительно круто, если вы постоянно фармите босса, то вы будете получать очень много. Плюс, ребята, естественно, питомцы с умениями. Я сейчас экипну полностью команду с питомцами, которые будут давать мне Candy Wave. Вот это умение. Я, кстати, посмотрел. А если второй уровень, то плюс 8% мультиплеер на конфеты. Если будет первый, то плюс 5 процентов, а если третий, сейчас найду, у меня, по-моему, есть такой, то там процентов 10 или 11. К сожалению, 29 только питомцев, но смотрите, есть питомец с третьим умением, он 15 процентов мультиплеер дает, и смотрите, сколько теперь с босса я получаю этих конфет, вы офигеете. Естественно, не каждый раз, не каждую победу 298. Бонус 581 x если бы эти еще монеты множились между собой, то было бы офигенно. 382, то есть здесь уже 745 иксов и бонус. То есть, ребят, смотрите, действительно прокачечка очень крутая. И с помощью этих питомцев, с помощью а, буста, который дали разработчики, я успел за меньше, чем за сутки нафармить такое большое количество монет. И, скорее всего, хэллоуинское обновление у нас не закончится на этой неделе, поэтому буду дальше топить. И плюс, ребят, у меня есть желание. Я не хочу открывать яйца, я хочу купить себе Питомца прямо напрямую я уже видел вот здесь питомца. А за 50 нет, к сожалению, вот здесь, который на 53 миллиона, и ребят, он стоит также 6 миллионов 666 тысяч. Поэтому коплю эту сумму, а потом трачу на питомца. И у меня будет очень крутой пэт. Надеюсь, цены не поднимут. И питомец, собственно, сохранится. Поэтому, как раз наверное, завтра, когда будет апдейт, я этого питомца смогу себе купить. И сразу, ребят, к вопросу, умение работает или нет. Ребята, работает. Я и с этого аккаунта, и с другого аккаунта со своего венка фармил босса все это время. И на я реально в несколько раз меньше на фарме. Поэтому питомцы с этими умениями очень имбовая тема. Я вот еще с одного аккаунта постоянно стою и питомцев чарю для того, чтобы еще круче умения были. В общем, ребят, следующая у меня задача купить питомца на 53 миллиона, там перекрафтить, там что-нибудь с ним сделать, чтобы были статы еще круче. А потом, если получится, если на фарме еще очень много конфет, да, на несколько аккаунтов такого питомца себе куплю. А потом, если будет возможность, попробую выбить это, хотя фиг его знает, есть ли в этом вообще как какой-то смысл. Плюс, ребят, сегодня тоже будет апдейт. Разработчики у себя выпускали небольшой сливчик, где показывали новые стадии эволюции для перчаток. Они показали отдельную void-машину, чтобы делать эти перчатки. Ну и, собственно, разные виды. А перчаток обычной версии, золотая версия, так понимаю, void-версия. Ну, вот так вот, ребята, это будет достаточно интересно. И представляете, статы действительно крутых перчаток. Если сейчас максимальные статы там около полутора тысяч, там плюс-минус, точно не помню. То если мы сможем скрафтить там стадию, то это будет 2000 плюс. Это представляете, какой буст на силу у нас будет. Но давайте я вам покажу, насколько вот эти питомцы с умениями влияют на вот этот фарм тыковок. А, уху, отличный фарм тыковок. Так, здесь сколько я получаю? 301. Да, действительно, и здесь все повысилось. Но я пробовал бегать здесь по локациям и понял, что смысла в этом нет. Это действительно нужно часами этим заниматься. А по факту, если ты шешь на боссе, то получаешь не меньше. Хотя, смотрите, 570 дали, 155 дали, 85. Но это тоже один из способов. И еще это очень важно, если вы хотите нафармить себе побольше, например, коронок, побед. Вот, потому что здесь действительно много а побед вам падает. Но, ребята, каждый выбирает для себя свой способ. Я выбрал фарм босса, а ФК, в принципе, очень даже неплохо. Оба, на 81500 дали. Нифига себе. 59 тысяч? Это ничего еще что ли пофиксили? Нифига себе! Я утром смотрел, не было такого офигенного дропа. Ничего себе, 81 тысяча 50 тысяч. Слушайте, -ка, а вот это теперь я и не знаю. А сейчас, если это только мне не повезло так. Ну-ка, сколько здесь мне дадут? А здесь 115 дали. Но ну, это прям как-то странно было. Но ну, вы видели, действительно, там очень крутой буст был. Ну фиг знает, ребята, попробуйте 35 тысяч конфет. Попробуйте для себя крутой метод. Напишите обязательно в комментах. А тут еще и питомчика дали. Но в любом случае, ребята, вот то, что разработчики сделали в третьей части этого хэллоуинского обновления, это просто респект уважуха. Они действительно баланс сделали очень крутым. Поэтому фармить и прокачиваться в этом режиме очень-очень просто. Надеюсь, перчатки нам помогут еще быстрее прокачаться. А, ребят, на этом буду ролик заканчивать. Сегодня днем будет стримчик уже 6 миллионов, офигеть. Сегодня днем будет стримчик... Блин, я, ребят, действительно не знал. Сейчас, подождите, мысль закончу. Я, наверное, после записи ролика побегаю по этим домикам. Еще двойные кон... Офигеть, это действительно круто. Сейчас как раз под бустиками после записи ролика побегаю, надеюсь, нафармлю очень много конфет, потом, ребят, вам тоже советую. Плюс не забывайте участвовать в розыгрыше. Полторы тысячи лайков за сегодня под этим роликом набирайте. Три геймпасика на випку я разыгрываю среди вас. Подписочка обязательно. Лайк. Колокольчик и комментарий под этим роликом. В комментариях указывайте ваш логин от Roblox, ребята. Желаю вам удачи и желаю вам прокачаться до обновления. Но не забудьте, кодики до апдейта нужно обязательно вести. Пока-пока. Let's break it down for a minute I want the crown, I'm gon' get it You hear me lament, I'm winning Yeah, it. Charlie Sheen will be grinning